приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня у нас на разборе новая биржа. Биржа называется у нас LiquidityX. Вообще я придерживаюсь того, что новые биржи должны появляться, их должно быть все больше и больше. Во-первых, это мотивирует уже старичков, да, топовых бирж еще больше развиваться и становиться лучше. Ну и новые биржи, которые появляются, они понимают, что они вообще борются с такими гигантами, да, биржами, которые уже давно на рынке, которые уже устоялись, у которых уже много пользователей. Им нужно придумывать что-то новое и что-то интересное. И как раз таки вот эти новые биржи, которые появляются, они это делают. Здесь у нас какие вообще плюсы биржи LiquidityX? Ну, во-первых, это высокая ликвидность, преобразование криптовалюты, ну, вообще легко, да, то есть промежутки очень короткого времени. Достаточно простой интерфейс, который будет понятен каждому. Торговля криптовалютами достаточно легкая, и вы, я думаю, разберетесь. Также он очень безопасный, они заботятся о безопасности своих клиентов. 95% активов находятся именно в холодном хранении, да, то есть они лежат у вас, они на бирже, никто их не сворует никогда. Давайте разберемся с биржей более подробно и для этого перейдем на сайт проекта. Ну что же, вот мы и на бирже, сайта liquidityx.com. На данный момент не так много пар, да, торгуются, ну, биржа еще молодая, то есть достаточно не так много. А у нас эфир с битком, да, торгуется. У нас, то есть, как мы видим, торги нормально идут по этим валютам, да, то есть это 3550 эфиров. Достаточно неплохо для молодой биржи, как я считаю. Ну и в доллары, да, то есть биток за доллар, Ripple за доллар и эфир за доллар. Как мы видим, по Ripple эфир у нас вообще за 24 часа по нулям, да, объемы. Ну а по битку это 70 биткоин, тоже неплохой результат, достаточно хорош. Что ж, давайте попробуем зарегистрироваться, да, посмотрим, что для этого нам необходимо, чтобы пройти регистрацию. Необходимо ввести наш e-mail, также паспорт, то есть это пароль придумать и подтвердить данный пароль. Сейчас зарегистрируюсь, да, придумаю какой-то пароль несложный. Это так тестовая, так сказать, будет у нас. И здесь реферал, это если вас кто-то пригласил. Нажимаем «Я не робот» и также нажимаем галочку, что мы согласны со всеми условиями. Все, как мы видим, на нашу почту должно прийти письмо. Да, нам необходимо будет подтвердить нашу регистрацию по почте. Давайте проверим. У нас какая-то ошибка временная. Посмотрим, пришло ли нам письмо. Да, как мы видим, письмо нам пришло, оно приходит сразу. Жмем подтвердить нашу почту. Все, наша почта подтверждена, как мы видим, да, верифицирована. И мы можем уже присоединиться к бирже. Вводим опять наши данные, которые мы только что зарегистрировали. Наш пароль. И уже попадаем непосредственно на саму биржу. Вот мы на бирже. Так, что здесь мы видим? Ну, во-первых, это наш как бы личный кабинет, да. Здесь мы видим всю информацию о нашем аккаунте, то есть статус у меня не верифицированный, так как я только что зарегистрировался. Здесь мы видим наш баланс, да, в битке и в долларе. Мы можем его скрыть, допустим, нажимая на эту кнопочку. За регистрацию нам подарили 10 токенов Shells. Это токены у нас снижают комиссию и так далее. То есть, да, они много чего делают. Об этом я тоже, думаю, расскажу.
Ну и что у нас с верификацией? Давайте посмотрим, какие документы необходимо, да, то есть нам необходимо загрузить наше имя, адрес, дату рождения, далее необходимо загрузить будет паспорт и также селфи с нашим паспортом. То есть ничего такого сложного нету. Я думаю, что... Ну а как и на других биржах, достаточно простая и быстрая процедура прохождения курса, да. Я думаю, что любой с этим справится. А здесь у нас вкладочки «Баланс». То есть здесь мы видим наш баланс, да, у меня он 0. Здесь мы видим наши транзакции, которые находятся в пендинге, ну и история транзакций. Далее вкладка у нас депозит. Здесь мы можем делать депозит, да, то есть мы выбираем какую-то криптовалюту и делаем депозит. Здесь у нас вкладочка вывод нашей криптовалюты, тоже выбираем криптовалюту, которую хотим выводить, и выводим. Наш ордер, да, который у нас стоят на данный момент, да, который мы торгуем. Открытые ордеры, и также мы можем посмотреть историю ордеров. Ну и последняя вкладочка у нас security, да, здесь мы можем менять пароль, либо надо поставить Google аутентификацию, IP и так далее, да, то есть и здесь мы видим, откуда мы заходили, наш IP, когда заходили и так далее, да, то есть это следит за вашей безопасностью. Далее уже мы переходим в саму Exchange, да, в саму панель. Давайте посмотрим, как здесь все устроено, как здесь все работает. Достаточно просто все сделано, да, здесь у нас order book, здесь у нас продажа, покупка нарисована. Здесь снизу слева у нас получается идет как раз таки, мы можем выставлять наши ордера, да, это у нас эфир, я так понимаю, да, эфир биткоину. Здесь у нас история торгов, да, вот она происходит, то есть постоянно обновляется. Ну и здесь у нас уже сами торги, да, то есть можем настраивать графики, как нам удобно, есть различные настройки, да, то есть вот у нас по минутам, по 3, по часа, день, неделя, месяц. Также можем что-то нарисовать, какие-то линии, как вам удобно. То есть это биржа как для новичков, да, так и для опытных трейдеров, которым понадобятся какие-то настройки графика, да, чтобы что-то отслеживать, различные индикаторы и так далее. Да, то есть очень-очень удобно. Биржа достаточно молодая, но я думаю, что перспективная. Поэтому советую вам присмотреться к ней. В описании к видео я оставлю ссылочки на их сайт, на их соцсети. Обязательно зайдите, изучите. Я думаю, что вам понравится. Ну что ж, на этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал, а также ставить лайки. Всем пока!